В Омске готовятся к очередной монстрации, городскому карнавалу. В этом году участники пройдут по улице Ленина. Как заявили организаторы, они хотят освоить реконструированный Любинский как пешеходное пространство. Мы решили посмотреть, как улица пережила зимний период и готова ли она к городским праздникам. Юлия Боброва тщательно осмотрела проспект. Реконструкция Любинского проспекта шла более года. В прошлом сентябре он был открыт. Тысячи омичей отметили изменения в облике улицы. Мы посмотрим, поддерживается ли порядок сейчас, в каком состоянии находятся тротуары, остановки и другие элементы. Посмотрим на состояние наземных пешеходных переходов. Они были сделаны с использованием гранита. С плитами все отлично, ни одной выбоины. А вот специальная разметка, которую сделали для слабовидящих граждан, испорчена, ее попросту нет. Омичи еще в январе жаловались на плохое состояние разметки. В некоторых местах ее вообще не осталось. Кстати, еще зимой омичи обнаружили повреждения в системе полива. Трубы были перерезаны. Скорее всего, испортили во время уборки снега. В мэрии обещали, что виновников заставят все исправить. Но систему так и не починили. Трубы просто лежат на газоне. Зато клумба под видеонаблюдением. Зато радует взгляд отреставрированные фасады. Да и вообще, улица очень чистая, а тротуары до сих пор в хорошем состоянии. Остановки были сделаны из особого стекла и оборудованы антивандальными скамейками. Но если скамейка вот на этой остановке стоит на месте, то стекло от хулигана все-таки пострадало. Оно полностью потрескалось, и его так и не заменили. Благоустройство было проведено и в сквере имени Дзержинского. Посмотрим, как он пережил эту зиму. Газоны в сквере уже подстрижены, все лавочки чистые. Также мы специально проверили состояние тротуаров и дорожек для занятий спортом. Нигде не нашли ни одной выбоины. И, кстати, здесь до сих пор идет благоустройство. Работают коммунальщики. Как Любинский проспект пережил зиму после реконструкции? По-моему, замечательно пережил. Пока еще ничего не отвалилось. Очень жалко, что нету деревьев. На все остальное мне плевать. Деревья посадите. Раньше по ней вообще было стыдно ходить. Сейчас она больше походит на европейский город. Я приехала из другого города в восторге от вашего города. От улицы, ну, вообще нет слов. Если она у вас сейчас, если она была хуже и стала вот такой, как мы ее видим, то это просто здорово. Получается, что на Любинском проспекте в хорошем состоянии остаются дорога, тротуары, покрытие на пешеходных переходах, ну и, конечно, фасады в имперском стиле. Но мы нашли недочеты. Поврежденная система полива, сломанная остановка и, конечно, испорчена в некоторых местах и вовсе отсутствует специальная разметка. Это, кстати, может быть опасно для слабовидящих граждан. Юлия Боброва, Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.